я немножко начал разъяснять. Я вчера был на приеме у фотоаппаратов. Сегодня или вчера родители были? Мы были. Были. Сегодня были? Вчера. Вчера были. И предполагается еще встреча с родительской общественностью в четверг, да, по конструктивным решениям. Первое, что я хотел сказать, что Антонатовна сказала, мы решение на уровне акимата выставлять не будем. До августа будем решать еще, как сделать так, чтобы мы остались единым контингентом. Я озабоченность свою высказал, вы слышали, на улице. Владимир Сергеевич сейчас будет определение, скажет позицию управления вопросом. Если будет найден какой-то компромисс, с этим вы можете остаться здесь. То есть на сегодня, вот так вот, точно вам сказать, остаемся здесь, либо ты приедете, я пока не могу. Вопрос еще решается. А когда он будет известен? Почему возник такой вопрос? Потому что действительно мест не хватает, у нас по городу 900 мест не хватает для учащихся с государственным помещением, поэтому мы подали заявки на строительство, на работу проектной документации и строительство школ. Еще одну школу. Есть у нас такие сегодня такие задумки. Ну а что касается конкретно вашей школы, вот сейчас, например, сказать да или нет, я не могу, потому что еще вопрос, еще не начать. Ну вот почему продолжается тогда, когда все родители разъехались, 1 сентября приедем, кто бы узнал, что мы здесь больше не учимся? Нет, мы вопрос решится в ближайшее время. Вы сказали, в течение двух недель. Нет, у родителей вопрос не то, что они тут не учатся, а если лицей переедет в очень неудобное место, то родители заберут детей, но они окажутся коллектантом 1 сентября. Что им будет очень далеко и неудобно, и им придется ребенка забирать не в начале лета, а уже в начале учебного года. Уважаемые родители, без вашего участия, я думаю, вопрос в любом случае сейчас не будет. Случайно ли в четверг, когда в процессе соберемся и будем забирать этот вопрос? Вы никогда, и на том, что мы сами знали, что я чуть-чуть организовать. Пока нет вариантов. Пока варианты рассматриваются. Мы хотим остаться. У нас поступило предложение отдельный вход сделать, как в мини-центре делается во многих школах. Давайте мы все скинем в конце концов. Этот вход сделаем, заложим. Заложить эту стенку и изолировать нас. Мы решаем посидение. Но она же не забирает, почему-то переполненные классы. Там действительно количество участников действительно увеличивается. Но я еще раз повторяю, если будет найден, например, если будет найден действительно вариант, то вагон останется и здесь. Но дело в том, что мы были в этом детском доме, там уже нет классных приказов, они выносят уже парты, освобождают классы. Я вчера разговаривала. Нет, они там конкретно сказали, мы освобождаем для вас. Почему есть недоры? Мы обратились официально, руководитель управления образования, в четверг она с вами встречается, и вот соответственно, да, получается решение. Сейчас мы что можем обсудить? Можете еще вопросы свои, которые вы спокойно нам бросать. Скажите, а почему именно лорд отсюда выселяет, а не дары? Почему именно лорд выселяет отсюда, а не дары? Он расширяет? Участок обеспечивает. Микроучасток закреплен балансодержательным зданием. Они являются ответственными за детей, которые на этом микроучастке. Но от того, что идет наша школа, вот эти наши 200 человек, все равно не лишь это, вот это количество, 600 человек дополнительных, которые сейчас есть в Дарыне, не разрешит Дарыну нормально существовать. У них уже перебор с учениками. У нас все равно меньше, это во-первых. Во-вторых, мы туда уйдем, мы встретимся с другой социальной группой детей. Вы вот это тоже...
Но если вы нас отправите в детский дом. Детский дом. Еще не решен.